Вітаю усіх глядачів YouTube-каналу «Львів Медіа». Дякую, що нас дивитеся, ставите свої вподобайки та поширюєте нашу роботу. Сьогодні 309-й день героїчного протистояння українського народу проти російських окупантів. 10-та масирована ракетна атака по Україні, в тому числі і по Львову. Я хочу извиниться перед нашими зрителями, тому що буде слышно звук, який ви зараз слышите. Це працює наш генератор, тому що почти 90% Львова і Львовської області без света. Я так понимаю, что россияне в преддверии Нового года, они хотят оставить Украину без света, тепла и всех украинцев как бы погрузить во мрак. Как я уже подчеркнул, это преддверие Нового года, и также более 100 тысяч российских солдат навсегда останутся в 2022 году, потому что уже число где-то более 100 тысяч их навсегда осталось в Украине. В последнем интервью я часто задаю российским военнопленным вопрос: за что умерли все эти солдаты? И никто не может дать внятного ответа, за что эти все люди умерли здесь, в Украине. На прошлой неделе произошел случай в лагере. Ко мне подошел один из российских военнопленных и попросил, чтобы я с ним записал обращение к Владимиру Владимировичу Путину. И я подумал, что это будет как бы хороший момент перед Новым годом, чтобы записать это обращение. И когда я приехал в лагерь на этой неделе, я также обратился ко всем военнопленным, тем, кто из России, и те, кто с так называемых ЛНР и ДНР. Если они хотят обратиться к Владимиру Путину, я дам такую возможность, и мы это покажем на YouTube-канале «Львів Медіа». Я об этом огласил утром. Кроме этого одного человека, который подходил ко мне на прошлой неделе, никто не захотел. Я решил подождать несколько часов. И после этого, кроме этого человека, согласилось еще 4 человека. И сегодня я хочу вам показать, что говорят эти солдаты Владимиру Владимировичу Путину. Меня зовут Завгородний Андрей Михайлович, 05.06.1999 года рождения. Мобилизирован в 202-й полк, 2-й батальон, 3-ю роту. Хотел бы обратиться к Владимиру Владимировичу Путину, президенту Российской Федерации, с просьбой обменять нас, военных, по системе обмена военнопленных. Так как дома уже все соскучились, ждут и очень сильно переживают. И какая-то есть убедительная просьба вот, объяснить суть вообще всей военной операции, так как с 23 февраля до сентября я находился на военных действиях, и теперь уже 4 месяца нахожусь в плену. Передаю микрофон. Товарищ главнокомандующий, я лейтенант Трутнев Станислав Игоревич, командир взвода 200-й бригады, был взят в плен. Дементьевка, Харьковская область. Прошу вас, обращаюсь и прошу о том, организовать помощь нашим семьям и защиту наших семей. И возможность пользоваться некоторыми нашими денежными, как сказать, денежными средствами, чтобы был допуск у них, потому что многие наших семей не могут ими воспользоваться. И если есть возможность произвести обмен нас, военнослужащих, на военнослужащих Украинской Федерации. Я старший сержант, командир отделения Галкин Сергей Алексеевич. Хотел бы обратиться к верховному главнокомандующему, президенту Российской Федерации Путину Владимиру Владимировичу, с тем, чтобы вы имеете большую возможность произвести обмен военнопленными, посодействовать в этом, так как многие парни находятся очень большое время в плену, и их родственники не понимают, в чем проблема, в чем суть того, что они такое большое время проводят в плену, и никто этим не занимается, и они продолжают находиться здесь. Вот, хотя на наших глазах мы видим, как многие уезжают, но большинство остается, как находится, как продолжает находиться в плену. Вот. И также хотелось бы нам обратиться к вам с таким вопросом, объяснить нам,
цель данной спецоперации и цель вообще, как бы, перешедшая это все в крупномасштабные боевые действия? Я, старший лейтенант Михайлов Руслан Владимирович, командир взвода 9-го мотострелкового полка 18-й мотострелковой дивизии 11-го армейского корпуса Балтийского флота, обращаюсь к Путину Владимиру Владимировичу с просьбой о помощи, об обмене военнопленных, которые находятся в данном лагере, которых не очень много, вот, но которых долгое время, вплоть до 10 месяцев, не обменивают. Вот. Особенно, допустим, есть такие люди, как раненые с пулями в ногах, в руках, которые до сих пор здесь находятся. Такие, допустим, как я, 4 месяца. Вот. Есть еще более тяжелые, которых до сих пор не обменивают, но здоровые уходят. Вот. У меня все. Я Кузин Владимир Борисович, рядовой части 12-128. Прошу Владимира Владимировича Путина о том, чтобы он произвел обмен российских военнопленных с украинскими. Вот, и как бы имею желание услышать объяснение цели войны и спецоперации в целом. Эти военнопленные пока что в плену, они хотят быть обмененными, вернуться в Россию, они не понимают целей этой спецоперации в кавычках, потому что это не спецоперация, это война, но мы иногда следим за людьми, которые уже были обменены и находятся или на неподконтрольной территории Украины, так называемых ЛНР и ДНР, или на территории России. И вот нам попалось видео Чаплова Руслана Викторовича. Это доблестный боец так называемой ЛНР через дефис Новососии. Он попал в плен к украинцам и пребывал в лагере. Мы с ним записали интервью, но давайте сперва посмотрим, что говорил Руслан Викторович Чаплы, когда он вернулся из плена. Я хочу здесь подчеркнуть, чтобы вы сравнили его физиономию, как человек отъелся после украинского плена, как его здесь мучили. И потом мы еще покажем видео, какой был Руслан Викторович, каким Руслан Викторович попал в украинский плен. Худым и изнеможденным, и каким он вернулся после украинского плена, и что он сейчас рассказывает, как его мучили бандеровцы. Я получил 3 пулевых ранения в спину, осколочное ранение получил в нижнюю челюсть, с правой стороны. Получил сильнейшую контузию, заложила уши, левая рука заложила. И в это время бывало я в плен. В плену мне уже прострелили ногу. В плену подвязывали к дереву, привязывали, обливали холодной водой, избивали до ужаса. Так же само, как Максима, отрезали ухо, мне пытались отрезать ухо, но потом бросили. Был со сломанными 4 ребрами, вывернутыми. Мне как вам сказать, не предоставили медицинскую помощь никакую. Как она кровила, как она, а это просто забили тряпкой. Бок, и все. Был привязан 2 суток к дереву, раздетый до гола. Вешали за шею. Так же сама заключиться. Ну, издевались очень жутко. Никакой информации не было, просто им приносило это удовольствие. Я попал именно на этот, как он называется, частная компания, взводит, получается, как он скажет, СС Галичина. Mm-hmm. Это именно я попал к БАТам. Попал бы к ВСУшнику, может быть, как-то по-другому было, а так я попал к БАТам. И там именно вот этот батальон, именно они, да, издеваются. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на один момент. Я не буду сейчас говорить о этом всем бреде, который пересказывает Чаплый Руслан, что его там учили бандеровцы, ухо хотели отрезать, еще что-то там. Я хочу, чтобы вы обратили момент на то, что он говорит, что его в плен брал батальон СС Галичина. Он даже не помнит, да? Скорее всего,
Ему сказали это сказать, и он на видео даже переспрашивает, как этот батальон называется. То есть человеку просто вдавливают какой-то текст, чтобы он говорил на камеру. Я хочу сказать, что СС Галичине уже никто в Украине давно не вспоминает, потому что эта история, ей уже много десятилетий. Но почему это важно? Когда я брал интервью у Чаплова Руслана Викторовича, он мне четко говорит, кто его брал в плен. Давайте послушаем. Вас взяли под рубежом? Да. Самого рубежа? Самого рубежа, да. Когда? 20, сейчас скажу. 20 марта я попал под перекрестный огонь, сильнейший. Два раза снайпер меня выстрелил в правый бок, переломал мне ребра, в почку получился у меня осколок. Ну, хорошенько засадил. Потом осколочное я получил. Еще я получил правую ногу, правую ступню. И конкретно. И тогда меня ЗСУ меня перебрало и ликовало. Вы зараз в західній частині, ви знаєте, все знаходитесь, да? І, грубо кажучи, ці люди, які вас оточують, навіть я, ми ж кровожадні бандерівці мали би бути. Ні, ну це бред. Це з самого початку було бредом. Ви це не вірили? Звісно. Конечно. Вот такую ахинею сочиняют доблестные солдаты Новососии, когда возвращаются домой. Я хочу сказать уже в который раз, что Украина стоит, Украина бьется, Украина в преддверии Нового года вся в огне, но она выстоит. Еще раз хочу сказать спасибо всем солдатам Вооруженных сил Украины, которые борются за независимость и суверенитет этой страны. Все равно мы победим.